на середину. А в этом бою победу и звание чемпиона Черкасской области по боксу среди юниоров 2014 года в весовой категории плюс 80 килограмм завоевал Иван Самойлюк «Вулкан». Боксеры награждаются за второе место Ярослав Тележенко, город Умань, дипломом и медалью за второе место. За первое место награждается Иван Самойлюк, «Вулкан». Награждение проводит рефери поединка Олег Иванов, национальная категория, город Черкас. Смена